этот день 2 сентября родились Валентин Глушко, ракетный инженер, один из зачинателей космической эры, выдающийся композитор Андрей Петров, автор музыки ко многим советским кинофильмам. В этот день 2 сентября 1794 года прошли первые работы при строительстве нового города на берегу Черного моря – Одессы. 2 сентября 1918 года образован Реввоенсовет во главе с Львом Троцким. Это была важная веха гражданской войны. 2 сентября 1945 года императорская Япония подписала капитуляцию. Конец Второй мировой войны. Война на Дальнем Востоке для Советского Союза началась и закончилась стремительно. К началу августа 1945 года на Японском фронте сосредоточилось 1,5 миллиона солдат. Три фронта, командующий маршал Василевский. Всего 12 дней продолжались основные бои. За эти дни пали Курил и Сахалин, освобождена Маньчжурия. С 20 августа японские войска начали повально сдаваться в плен. Ход боевых действий подробно изучен и описан. Но мало какая война начинается без закулисной дипломатической работы. Могла ли Япония избежать разгромного поражения, многотысячных потерь, наконец заката сильнейшей на востоке империи? Декларация, принятая на Потсдамской конференции после падения нацистской Германии, от имени США, Великобритании и Китая гласила: «Навсегда должны быть устранены власть и влияние тех, кто обманул и ввел в заблуждение народ Японии, заставив его идти по пути всемирных завоеваний». К тому времени самые яростные японские самураи уже мечтали о конце войны. К началу 1945 года американские войска добрались до непосредственно японских территорий, захватили острова Ивадзима и Окинава. Надежды на победу было мало, но она оставалась, только если Советский Союз не вступит в войну. 15 мая Высший Совет по руководству войной принял решение всеми силами удерживать СССР от начала боевых действий. 77-летний премьер Кантаро Судзуки проявил больше дипломатических качеств, нежели предшественники. Его кабинет называли «правительством мира». Он начал переговоры с противниками и одновременно пытался снять критические противоречия во власти между партиями войны и мира. Министр Садзуки немного опоздал. Правительство он возглавил 7 апреля, через два дня после того, как Сталин решился денонсировать пакт о ненападении между СССР и Японией. В ноте отмечалось: Токио не соблюдает общепринятый нейтралитет, так как помогает воюющей с СССР Германии и сам ведет войну против советских союзников. Но японцы не отчаивались. Для переговоров с советами империя выбрала подходящую фигуру – Коки Хироту, бывшего премьер-министра, министра иностранных дел и посла Японии в Союзе. 3 июня Хирота заявил советскому послу Якову Малику о желании достичь взаимопонимания для сохранения стабильности на Дальнем Востоке. 3 и 4 июня прошли длительные беседы. Хирота заявил о готовности идти на уступки, но ни одного конкретного предложения не озвучил. Слишком уж абстрактные картины мира он рисовал. На вопрос, представляет ли Хирота свое личное мнение или мнение высших кругов Японии, тот ответил: «Я прошу понять это как мнение японского правительства и японского народа в целом». Стало очевидно, что японцы просто тянут время, так ничего конкретного не предлагая. К июлю, предчувствуя скорое начало войны, японская сторона активизировалась и решила отправить в Москву другого бывшего премьера Фумимара Каноэ. Вместе с тем император Хирохита отправил послание, в котором изъявил желание, чтобы на благо человечества в кратчайший срок был восстановлен мир. И вновь никакого конкретного адресата и никаких конкретных предложений. А в Москве, и это очевидно, уже ждали готового перечня уступок. Дипломатическая игра продолжалась. 25 июля Москву вновь попросили принять мирную миссию Каноэ, но было поздно. Потсдамская декларация, принятая на следующий день, ясно обозначила неизбежность войны между СССР и Японией. Уже после войны японский император признался, что ради победы был готов уступить не только Маньчжурию, Сахалин и Курилы, но даже исконные японские Хоккайдо, на которые Советский Союз даже не претендовал. Было поздно. То ли из-за нежелания Сталина нарушать договоренности с союзниками, война была объявлена, после чего империя рухнула в сущие недели.